Всем привет, ребята, с вами Леонид Шпак. Это Таиланд, остров Пхукет. Сейчас мы находимся на пляже Патонг. Это вот пляжная улица. Если в ту сторону ехать за грузовиком, за белым, то там будет Бангла Роуд по одностороннему движению. А если мы поедем в эту сторону, налево, то мы попадем на пляж Парадайз. Сейчас мы едем на новый пляж Парадайз, обновленный пляж Парадайз. Он изменился в корне. Вход туда 500 бат, либо 1000. Разные входят. То есть на 1000, если платите, там все включено. Снорклинг, шезлонги, каяк. Сейчас поедем, выясним, как оно там. Все, поняли, да, ребят, как туда? Вот эта дорога идет вот со второй улицы, односторонняя. Сюда, сюда, сюда. В ту сторону у нас улица Бангла. Это пляжная улица. Нам надо налево. До упора налево. И будет пляж Парадайз. Все, едем. Все, ребят, вот мы почти добрались уже до пляжа Парадайз. Еще немножко вот туда, в горку едем. И вот будет пляж Парадайз. Сейчас быстренько позавтракаем и едем дальше на пляж Парадайз. Потому что со своей едой туда не пускают. А рестораны там дорогие. А кушать очень хочется. Завтрак, завтрак, завтрак. Макзавтрак из 7-Eleven. Треугольники, сыр с ветчиной. Хорошо, на улице ветерочек, листва шумит. Сегодня у нас вот такой кефир. 20 бат стоит. Не такой сладкий, как в предыдущем обзоре я делал. Не такой сладкий. Лучше такой брать, да, вот этот. Слишком сладкий, невкусно. Сыр и ветчина. Отличное сочетание. Ребята, Парадайз пляж, это вот туда, в горочку. Вот флаги висят со знаками, символикой Парадайз. И вот туда, в горочку, немножко чик-чик-чик, еще пару минут, и все, вы уже на пляже Парадайз. Так, ну это у меня не все, треугольники это не все. Есть еще дзяодзи. Или баодзи, как по-китайски называют. Со свининой. Такая булка. Готовится на пару. В Китае, конечно, они вкуснее. Там свинина, какой-то сладкий соус. Так,
Так, с прошлого раза у меня еще немного арахиса осталось. Ой, бля, чуть не упал байк. Чуть-чуть арахиса осталось. Сейчас я его доем. Блять, там все в муравьях. Ай, блять, муравьи. Ладно, кушайте, муравьи. Не обляпайтесь. Кефир. Допьем кефир. Листерин. Прополоскали, можно ехать на Парадайз. Все, ребят, мы уже почти на пляже Парадайз. Запарковали свой байк, он сзади. Так. Это, блядь, по-уебански. Так, нормально. Все, запарковали байк. Сейчас идем на кассу. Смотрим прайс. Но мне можно не волноваться, у меня есть VIP-карта, бесплатный вход. Бесплатный вход, VIP-карта. Вот, а так либо 500 бат, либо 1000 бат за вход. Байки оставляем на парковке, оставляем, идем пешочком до кассы. Там турникеты, и потом там на тук-туке до пляжа вас отвозят, ребят. И все. Сейчас мы... Hello. Hello. Вот, ребят, VIP-карта у меня, вход бесплатный по ней. Не воровать. Only one? Day one. Вот, ребята, так выглядит VIP-карточка. Эксклюзив VIP Paradise. Все, сейчас оденут на руку нам. And then if you want to eat or if you want to buy foods downstairs, they don't allow you to pay cash. Yeah, yeah. Okay. So what to do is you can top up money here, and if not finished, you can get back the money. Okay. Ребят, получил я браслет по своей VIP-карте. Не заплатил ни копеечки. Леня Шпак это любит. Леня Шпак любит халяву. Так, входной билет 500 бат. Обычный, либо 1000 бат входной билет, и тогда вы получаете all-inclusive. Бесплатный каяк, снорклинг, скуба-дайвинг, что там еще, лежаки, и вроде коктейль бесплатный один. Вот.
Ребят, ну кто хочет халявы и у кого нет VIP-карты, вы можете воспользоваться моментом до 21 числа, до 21 января 2016 года. С 6 вечера до 11 вечера вход бесплатный. И с 6 вечера до 9 вечера бесплатное пиво Чанг. Все, вот видите, все электроника. Старый Парадайз и новый Парадайз сейчас вообще очень сильно отличаются. Пляжи Парадайз. Сейчас постоим, подождем тук-тук. За нами приедет тук-тук и отвезет меня вниз. На тук-туке, на пляж. Все, ждем тук-тук. Вот подъехал тук-тук. Такой красивенький Toyota Hilux. 2,8 литра двигатель. Toyota Hilux. Хорошая машина. Toyota мне нравится. Все, сейчас пойдем, сядем в тук-тук и поедем на пляж Парадайз. Тук-тук! Все, тук-тук подъехал прямо ко входу. Тук-тук! Thank you! Enjoy the breeze! Все, сидим, ждем в тук-туке, когда поедем. Ну, быстренько еще вам про пляж расскажу. Старый пляж Парадайз, вход был 100 бат на старый пляж Парадайз. Там не было практически ничего, были только шезлонги, кафе, ну и небольшие прокаты там. Маск, снорклинг и все. Сейчас новый Парадайз 500 бат входной билет, либо 1000 all inclusive. All inclusive 1000 бат, но у меня VIP карт. У меня VIP карт не free entry, всегда бесплатно. Надо всем рассказывать, что у меня VIP карта, ребят, чтобы на пляже себя чувствовать хорошо. Потому что Леня Шпак любит халяву. Леня Шпак любит, когда все дорого-богато, но за это ничего не платит. Это Леня Шпак, это вся его сущность, Леонида Шпака, живущего в Таиланде. Ребят, кто не знаком со мной по прошлым видео, меня зовут Леонид Шпак, я живу в Таиланде уже около 6 лет. Сам я из города Риэлтов, там сдаю квартиру, которую мне досталась от бабушки. Вот. Немного занимаюсь фрилансом, программированием, сайты на WordPress клепаю и живем на эти деньги. Кризис, доллар 75 уже почти. Выживаем как можем, питаемся лапшой, рисом. Вот видели, 7-Eleven на треугольнике жру. Все. Идем по... Вон там уже море виднеется, ребят. Видите, все из бамбука, все так аутентично, красиво, лампово. Назовем его мост дружбы. Браслетики, ребят, электронные. На них можно закинуть денежку на входе. Вот, допустим, там 1000 бат, 500 бат, 2000 бат, сколько хотите. И потом на эти деньги покупать там выпивку, в ресторане расплачиваться. Если вы все не потратите, при выходе вам остаток денег вернут. Блин, мост четкий вообще. Так, я не пойму, почему меня привезли сейчас сюда. А в прошлый раз меня привозили в другое немного место, пониже. А, то все, я понял, я ночью приезжал просто. Сейчас деньской. Красиво, да, ребят, вокруг? Сегодня Рождество, 7 января. Смотрите, ребят, море какое красивое. Какое красивое море там. А Патонг вон там находится. Там находится Патонг. Хорошие дорожки сделали из дерева, шпалы, да, железнодорожные шпалы положили,
Идем по шпалам, идем по шпалам. Опять по привычке. Тара-та-тар-тар-тар-тар-та. Е-е. Тар-та-тар-тар-тар-та. Е-е. Так, ребят. Fisherman Walking Street. Coming soon. Так, скоро. 15 января. Рыбацкая улочка откроется здесь. Здесь откроется рыбацкая улочка. Вот эти бутики, видимо, будут рыбацкими магазинчиками. Хотя, наверное, там все будут продавать. Вон, я смотрю, очки продаются, какие-то сладости. Так, ну где, когда уже выйдем на пляж? Я уже устал идти. Бриз. Неплохо они тут отстроились, я вам скажу. Вот видите сзади меня Full Moon Party. Тут каждый день Full Moon Party. Территория, конечно, стала колоссальная у пляжа Парадайз. Сделали просто все нереально круто. Прям очень хорошо. Мне такое нравится. Ребят, смотрите, какие пальмы крутые сзади. Море и пальмы. Такой бриз морской. Вот так вот, ребят, отдыхаем на Пхукете. Так, нельзя туда. Охранник говорит, нельзя, потому что можно шею свернуть. Можно шею свернуть. Сломать шею ебеням собачьим. Так, ладно, все, пойдемте. Выходим на пляж. Все, идем на пляж. Такая музычка, ребят, релакс играет тут. Уже почти к морю вышли. Уборочка на пляже, все чинно, благородно, красиво. Чуть-чуть осталось, и мы сразу выйдем уже на пляж. Уже совсем рядом и пляж. Мороженое можно покушать, если хотите. Мороженого наикнуть. Вот там. Качельки сзади меня. А, вот откуда музыка играет. Смотрите, ребят, какое большое радио. Радиоприемник. Какой большой. Вообще нормально. А ночью тут прет вечеринка, фаер-шоу, салюты. То есть вечеруха конкретно идет. Сейчас такой релакс. Медленно.
шоколадный, который стоит до сих пор. Можно в пляжный футбол поиграть, можно в волейбол поиграть. Мячи есть, волейбольчик поиграть. Раз. Так, я сейчас возьму доску и поплаваю. Сейчас возьмем доску и поплаваем. А потом еще сниму побольше обзор пляжа. Ну, в принципе, что тут снимать? Видно, как тут уютно. Маленький, закрытый, небольшой пляж. Потонг находится вот сзади. Вот там, вот, видите, сзади. Там пляж Потонг находится. От Потонга ехать буквально 5 минут на мотобайке. Вот так. Все, все, рядом, все. Бесплатный вход здесь с 6 вечера до 11 вечера. Безлимитное пиво Чанг. С 6 вечера до 9 вечера безлимитное. Сколько выпить этого Чанга? Вот. Так, обычный вход 500 бат, либо 1000 бат. 1000 бат все включено, он all inclusive. Но у меня VIP-карта, мне бесплатно. Если, ребят, VIP-карту сделаете, можно бесплатно с собой плюс один, плюс одна персона по VIP-карте. Все, сейчас пойдем закупаемся. Сейчас пойдем закупаемся. Вот, ребятки, все, покатался я на каяке. Конечно, видео не снимал, потому что жалко телефон утопить в морской воде. В общем, интересная штука каяк. Тайцы мои друзья. Манки, манки! Вот такой вот каяк, он двухместный, но я один здесь был. Садитесь на бак, берете одно весло и пошли вот здесь по заливчику пляжа Парадайз. Можно также вот этот. Это стоячий. Типа серфа, что это, но доска намного больше, вы стоите. Я на нем сегодня тоже попытался прокатиться, но волна большая, там волна большая. Здесь мелко, на нем опасно стоя стоять, там кораллы, можно ноги порезать, если упадете. А дальше, где глубина, там уже вставать очень тяжело, большая волна сегодня, ветрено. Завтра сюда приеду, у меня же все-таки VIP-карт, вход бесплатный. Завтра сюда приеду. И уже попытаюсь с каяка видео снять, если волны большой не будет, попытаюсь заснять видео с каяка, чтобы телефон не утопить. Из-за того, что волна большая, боюсь, прям можно жестко телефон утопить. И, ну, хоть iPhone 6s, из-за того, что корпус у него намного чуть-чуть больше, там уплотнитель сделали, он сразу не утонет, но морская вода крайне опасна для телефона. Да, сегодня ветрено прям очень сильно. Да, нормальная грудь у девочек. А ночью вот здесь, вот предыдущее мое видео видели, здесь фаер-шоу, там диджей, там запускают салют. Ну, в общем, вот такой вот пляж Парадайз. Завтра еще будем снимать видео, выкладывать в интернет с каяка. Можно подойти, получается, подходите, здесь бар, алкоголь. У вас на руке электронный браслет, вы что хотите пьете, потом на выходе вас считывают, насколько вы напили, наели, платите на выходе. Все, ребят, всем пока, с вами был Леонид Шпак, это обзор пляжа Парадайз Ин. Не, просто Парадайз. Обзор пляжа Парадайз. Сегодня я занимался каякингом, очень здорово. Завел новых друзей тайцев. Вон моя тайка знакомая машет ручкой мне, через которую я делал VIP-карточку. Все, ребят, поговорил я с таечкой, которая мне выдала браслетик. Сказал, что завтра тоже приду. Все, сейчас идем в душ.
Здесь душ есть. Все, ребят, входит уже в стоимость, если вы заплатили. Иду в душ и домой. Подписываемся на мой канал. Ставим пальцы вверх. С вами был Леонид Шпак. Это обзор пляжа Paradise. Все, ребят, я принял душ. Прям в одежде принимал. Потому что стирка 30 бат стоит. Стирочка 30 бат стоит. Но на руках стирать не хочется, поэтому я сразу в одежде принял душ, чтобы сэкономить и постираться сразу. То есть мой вам совет, ребят, если хотите экономить деньги на Пхукете, принимайте душ в одежде. То есть вы шампунь на голову наносите, мыло, сразу одежда у вас стирается, и вы душ принимаете. Одним выстрелом, то есть двух зайцев снимаете. Все, сейчас идем на тук-тук. Он нас до парковки довозит. Садимся на байк и едем домой. Завтра сюда в 10 утра приеду. Надеюсь, волн не будет. Позанимаюсь каякингом и сниму с каяка видео. Интересное. Вот такие вот бамбуковые двери, ребят, здесь. Да. Сейчас товарищ вызовет тук-тук и поедем наверх. Все из бамбука сделано, очень круто, аутентично. Не знаю, применимо ли это слово сюда. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Леонид Шпак. Это Таиланд, остров Пхукет. Обзор пляжа Paradise.